противник. Тайсон Фьюри вообще умелец. Пейс на удобной для себя дистанции, которую он очень легко и быстро находит. Желательно еще через уклон и сейчас хороший, да, хороший маневр. Как не могу, это я уже как бы от себя. Поменял стойку Кроуфорд и начинает очень опасно работать. И справа ставит удары справа и правильно делает Давид. Неплохо, да. Хорошо, молодец. Чувствует пространство ринга. И опять за шагом старается использовать эту длину своих рычагов и длину за шага. И опять на скачке. Итак, мы говорили о том, что шансы Давида в этом поединке — это как раз слом. Это как раз вот сбить с него эту уверенность титаническую, которая у него есть. В зале хотят видеть самый лучший бокс. Кроуфорд, конечно, будет встречать сразу. Как только вот он замедляется, вот. А может быть, и как раз вот поджав канатом, поработать, попытаться закислить руки. Повиси, неплохо, попал, попал неплохо, слева, молодец. Левой рукой попал, поменял стоп. Кроуфорд спокойно пока съедает, но опять же мы знаем, что у Давида вынесение от Кроуфорда. Двойной. Пока что прицеливается, прицеливается Давид, но надо поработать. Опять же, насколько получится. Хорошо, сейчас. Есть право еще боковой. Раз мог опередить левую руку. Но это просто говорить, когда ты смотришь по телевизору и комментируешь. Если он подходит, но вот, к сожалению. Вот здесь надо бы более. Как раз задача Давида Аванесяна — сделать то же самое. Против Давида Аванесяна. Давид пока что выполняет в целом неплохую работу. И вот сейчас посмотреть. Ну да, его нельзя назвать самым агрессивным бойцом, но. Что сейчас касается Давида Аванесяна, он должен поработать больше. И Теренс Кроуфорд пускает Давида Аванесяна на удобную ему дистанцию. Опаснейший правый боковой. Опять за очень плотным, монолитным блоком Давид подходит. Хорошая комбинация Давида. Кроуфорду сюрприз какой-то показать. Но мне кажется, что он должен работать в своей стойке. Молодец, молодец. Еще Теренс. Полминуты осталось. Попадает правым боковым. Ну и ответ. Не отдавать эпизоды ни в коем случае. Вот здесь обмен. Вот начнет подраться. Видно, все равно мимо. Цепляет левой рукой. И дальше по туловищу Кроуфорд атакует. Одним ударом. Видишь, стойка, и Давид, в общем, продолжает следовать этой тенденции. Но там не совсем понятно. Он постоянно меняет стойки. Хорошая серия. Вот здесь Давид взрывается, но лепен Теренс Кроуфорд. Посмотрите, как сдвает. Что сейчас происходит? То, что Кроуфорд расслабился. Он почувствовал вот это. Сомневаться. Нужно заставить его работать, трудиться. Обоюдная работа по корпусу. Хорошая защита. Опять по туловищу бьет Кроуфорд. Подлиннее удары, мне кажется, нужны. Да, стал сейчас на средней дистанции. И попадает Кроуфорд. Давида Аванесяна. Попал. Неплохо справа. Нет, слева, да, слева. По животу попадает, здорово. И ту же левую при. В обмен. То сейчас надо перебивать. Стараться перебивать его. Аванесян, он тоже человек. Он тоже пропускает удар. Хорошая атака по туловищу между тем в исполнении Кроуфорда. Посмотрите, как выходит из своих атак Теренс Кроуфорд. Сейчас продолжать надо. Надо расслабиться. Кроуфорд дает работать. Вот работай. Да, но при этом, еще раз обратите внимание. Да, защищается локтями, предплечьем. И, конечно же, контрвыпады. Левый снизу. Еще один. Поработать. Просто перебить. Руки как можно больше. Как Теренс больше, чем Кроуфорд. Удары. И давить, чтобы удар ниже пояса. Но здесь я бы поспорил. Больше он сможет сыграть доверного. Ходить, но нет. Я думаю, Давид до сих пор не отпустить. Все-таки решение, которое дает себя. О, падает! И посмотрите, что творится! Вы посмотрите, что он сделал! Одним движением он закончил все! Левый снизу, правый сбоку. Ну или для правши наоборот. Правый снизу, левый сбоку. И два удара. Теренс Кроуфорд или пиковый Мейвезер? Ты знаешь, трудно сказать, потому что... Майдана первый. Заб Джуда, я бы сказал, возможно. И первый бой Маркос Майдана.